Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы продолжаем играть в Tomb Raider. Вон Ларк уже тянется, говорит: давай, ты что тут тормозишь, ёпты мать. Вот, мы с вами остановились здесь. Я сейчас забил, опять же, четверых монстров, которые забивал в прошлой серии, вроде бы. Что тут делать-то надо? Сейчас мы придумаем. У нас есть крючок на крыше, я его сразу приметил. Кстати, на столбе есть трещина. Это я тоже сразу приметил. А нам надо что-то тут сделать. То есть тут у нас решетка. Решетка. А, все понятно. Там у нас два рычага есть. Хорошо. Два... И там что-то лежит. Все ясно. Все ясно. Я как понимаю, нам надо по этим столбам как-то проскакать сюда, что ли. Ну да, вон там он еще зарубки есть на этих столбиках. Так что давайте-ка начнем. Сейчас надо подумать, как это лучше сделать. Ну-ка, давай-ка. Хоп, зацепилась. А дальше? Дальше наверх. Все, тут можно? Можно. Почему нет? Здесь тоже можно. Нам надо на соседний столб перепрыгнуть, да? Нет, погоди, ты сейчас ёбнешь вниз. Нам надо, наверное, вот сюда вот. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю. А дальше? На том нет. А дальше, наверное, вот на этот уже стол. Блять, слушайте, это вообще печально, нахуй, если мы сейчас упадем. Я так понимаю. Нет, сюда мы не можем пойти. Там крючок, смотрите-ка. Там есть крючочек. Ну, как цепляйся. Эх, нихера себе, это нам надо вот туда вот зацепиться. А как это сделать? Вон, я вижу, потому что столб. Так, Ларка, ты сможешь это сделать? Блять, ты молодец просто. Чудо-женщина, ёпты мать. Сюда зацепимся? Зацепимся. Блин, как хреново видать, между прочим, вот это вот тут все. Здесь уже нет. Там столб. Я на самом деле не пойму, куда нам тут надо идти. Но вон там есть трещина на том столбе. Может, спуститься вниз нам надо? Может быть, назад просто? Да, действительно. Здесь есть зацепочка? Есть. А здесь уже нету зацеп. Но мы почти добрались, на самом деле. Но я что-то сильно сомневаюсь, что мы... В чем я сомневаюсь? Во всем, блядь. Сильно сомневаюсь, что мы сможем куда-то пройти. Слушай, она хочет прыгнуть куда-то. Она хочет прыгнуть назад. А! Прыгнуть назад. Ну я... Ты зацепишься здесь, Ларка? Слушай, ну ты прям вообще чудеса творишь сегодня. Ладно. Нам надо вот на ту платформу. Я еще пока не придумал... Нет, подожди, а куда? Выше, что ли, еще? Да. Нет. Я еще не придумал, как вот туда пройти нам. А, здесь ты все. Здесь надо упасть. Здесь, наверное, назад просто. Хопа! Отлично, добрались. Смотрите-ка. И чего здесь такое? Предмет... А, надо медальон засовывать какой-то. Наследие Куалапека? Нет. Нет? Наследие Тихакана? Да, смотрите-ка. Там две решетки. Соответственно, нам надо пройти как-то вот туда теперь. А как это сделать? Пока чьи-то не... Крючок. Тут есть крючок на крыше. На крыше, блядь. На потолке. Наверное, где-то здесь у нас есть... Запрыг, заход, как это назвать, не знаю. А, может быть, с этого столба опять же нам надо залезать. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Но вопрос: а как туда прыгать-то? Нет, это, наверное, слишком... А, ну, наверное, сейчас мы залезем сюда... Подожди, Ларка, спусти сюда, пожалуйста. Вот, сейчас мы, наверное, на этот стол перепрыгнем. И здесь же можно наверх, наверное, да? Да. А, смотри-ка, точно, гляди-ка. Так, прыгаем. Ага,
Все ясно. Вот теперь все ясно. Вот сейчас мы запрыгнем тогда вот на этот столбец. Вообще великолепно. Стоп. Сюда никак. Нам надо вот на соседний запрыгнуть. Ну, как я понимаю. Да. Да-да-да. Блин, а здесь уже мы, наверное, не запрыгнем. Или запрыгнет она. Слушай, ну рискнуть стоит, конечно. А, нет, запрыгнула, ты смотри-ка. Наследие... Так подожди, наследие Тихоокеана-то... Я же... А, его просто приложить надо, по всей видимости, и все. Слушай, открыли, ни хера себе. А погоди-ка. Там секретик же. Да хуй с ним. Нахуй нужен этот секретик, блядь, с них вообще никакого толку нет. Вон там что-то лежит. Ты можешь оправдать себя. Богам нужны деятели, а не совет. Но именно совет сегодня властвует над тобой. У совета нет власти. Атлантида лежит в руинах, и этого не изменить. Пусть все сгорит дотла. Только тогда начнется седьмая эра. Ты выбрала путь безумию. Я умываю руки за твою измену. За то, что ты использовала наследие, обратив наши армии против нас. Я изгоняю тебя навеки из священного ордена трех и обрекаю в ничтожную жизнь в холодной тюрьме вечности. Его не остановить. Колесница Катара уже набирает ход. Смерть настигнет вас обоих, а я восстану из пепла ваших костей, чтобы довершить начатое! Так это ты? Ты была царицей Атлантиды. Когда-то. И наследие хранит ее историю. Оно хранит куда больше. Все познания древних. То, чего вам, людям, никогда не понять. Что означает седьмая эра? На что ты готова пойти ради ответа, Флара? Жаль, что не намного. Убейте ее быстро, у нас много дел. О, сейчас я позабавлюсь. Стой, смотри, я разберусь.
Газ на мотоциклах с правой стороны, если что. Да. А Ларка газует левой рукой. Ну, ладно, ладно. Все, прошли мы Египет, святилище наследия. И что же продолжить? Бонусов нам каких-то тут целую кучу привалили, блядь. Так, хотите сохранить игру, естественно. Новое сохранение, отлично, 29-е. Игра сохранена. Какая картиночка хорошая. То есть тебя никто в трюме не нашел, как я понимаю, да? Ну ладно. Ладно. За все это время. Там что-то... Веревки. Раскопки Натлы. Вот тебе, блядь, и богиня. Нихера ж себе. Тут наверняка какой-то секрет. Да нырнем, может быть, не? Осмотримся здесь. Что-то здесь же должно быть. Бочки. И какое-то очко непонятное. Ладно, тогда мы сейчас всплываем. Это что такое посередине? Посередине. А, это лодка, блядь, с мотором. Лодка с мотором. Веревка. А ты не можешь? Веревку нам надо как-то, наверное, цепить или что с ней сделать нужно? Внимание, вопрос. А у меня оружие есть какое-нибудь? Ёбаный рот. А у меня нету ничего. У меня ни пистолета, ни дробовика. Ни уж автомата, тем более, которым мы еще ни разу не пользовались. Ну, наверное, наверх. Тут больше... Нет, не наверх, а куда? И... А куда же нам идти-то? Подожди. Как так-то, блядь? Нет, не прокатит, блядь, так. А куда идти-то, действительно? Подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Надо нам подумать. Натла, блядь. Может быть... Ну вот здесь... Блин, нам надо лодку, наверное, отцепить. Как вот это сделать? Лодка не отцепляется ни при каких обстоятельствах. Нам бы ее подогнать вон туда, и мы бы смогли запрыгнуть. Как это сделать-то, бляха? Нет, по веревке она ходить не хочет. Надо ее цепить, лодка бы отплыла вон туда. А может мотор завести, блядь? Сейчас дрыгатель давайте заведем. Нет? Тоже нет. Вон тут есть какие-то ступенечки. Ну ступеньки-то ступеньками, а тут без ступенек-то никак не залезть, что ли? Хм. И здесь, да, никак мы не залезем. Хотя тут есть проход, нихера себе. Вот что-то и не видел даже. Не, ну проход-то проходом. А что здесь проход? Я не вижу ничего, блядь. За контейнерами нету ни хрена. Но оно и не мудрено. Нам надо как-то попасть вот на вот эти вот ступеньки. Может, я что-то тут не... Блин, ну там проход, по-моему, какой-то есть за водопадом. Точно, блин. Точно, ты погляди-ка. Скрытый какой-то проходик. Хорошо, идем дальше. Надо не забывать, что у нас нет оружия никакого абсолютно. Это яма? Нет, не яма, это лужа. И нам надо сюда. Хопа. Вот. Сейчас мы тут продолжим наш путь. Ты можешь как-то тут отпустить? Вот. Мы сейчас лучше вот так просто прыгнем. Отлично. И здесь же у нас есть веревочка. А вот куда с этой... А, вон туда, наверное. Так, сейчас мы раскачаемся. Раскачаемся по полной. Вот, молодец. Молодец. Вот Ларк сегодня меня не бесит вообще ни грамма. Молодец. Все сделай, блядь. Меня особенно порадовало. А я не могу?
порадовало то, что она вот на этих столбах ни разу не затупила. А я думал, что все, кирдык. Сейчас мы тут встряли по полной. Блять, заебали сопли нахуй. Болею. Продолжаю, точнее, болеть. Продолжаю болеть. И чего? Тут опять же какая-то лужица есть, да? Контрольная точка. Нет, ну скорее всего, здесь врагов-то, наверное, не будет. Но там что-то лежит. Как нам туда попасть? А чем мне с ними сражаться, с врагами-то, да? Неприличными словами? Не прокатит. Блин, вот единственное, что меня напрягает, так это то, что очень темно. Ты сюда не залезаешь? Нет. Вот там что-то лежит, по-моему, аптечка. А, ты сюда запрыгнуть даже не можешь. Зато сюда можешь. Ух, здоровая аптечка, неплохо. Неплохо. В эту будку мы никак не попадаем, да? Но тут есть лестница. Тут у нас есть лесенка. Хорошо. Это какая-то пультовая или чего ли? Предметы. Дневник. Тут нет предохранителей. Так. Дневник. А зачем мне дневник-то, блядь? Нам, короче, надо 3 предохранителя, как я понял. Но ничего не происходит, понятно. Предохранятели, блядь. Вот это не в этой коробочке. Предохранятели-то, блядь, нет? Нет. Соответственно, что? Вон там у нас есть что-то. Куда-то мы можем тут пройти, судя по всему. Там даже какое-то окошко есть. А мы отсюда не можем это сделать, нет? Периодически буду звук выключать, чтобы вам не слышать мои фырканье, блядь. Вот. Главное, блядь, включить не забыть потом. Ну и куда тут нам идти? Ух ты. Здесь у нас все заколочено. Короче, я понял. Надо будет какую-то вагонетку нам. Или найти... Или, я не знаю, поставить на рельсы каким-то чудным образом. Там что такое, что-то лежит? Ёх ты, блядь. Её, соответственно, запустить. Блин, ну там что-то лежит. Как нам туда попасть-то? Я стекло-то не могу пиздануть? Ну, подожди-ка. Не, оно не бьется почему-то. Очень странно. Опа! Спокойно. Да что ты прыгаешь-то? Нет. Вот это что такое? Это да, это труба просто какая-то. Хер знает, что за труба. Ладно. Это у нас чито. Ого, а что-то не зацепилось-то? Ларчонок, блядь. Тут какой-то контейнер висит. Но нам надо его, наверное, убрать, что ли? Или что с ним надо сделать? Не знаю пока. Пока чито не знаю. На него я не могу запрыгнуть, это 100%. Он как-то высоковато. А может запрыгну? Нет, не запрыгну. Ну вот почему она вот тут вот не хочет зацепляться, я тоже не могу понять. Ладно. Вот это люк. Нет, стоп. Вот эту херню можно перетащить, как я понимаю. Ну точно. Ты посмотри-ка, блядь. Эй, ты чё? Ты чё, мадама? А что такое? Блядь, тут рельсы. Твою мать, а зачем я его взял? А может тут еще ящик какой-то есть, который можно перетащить? В чем я, конечно, сомневаюсь. Давайте хотя бы сюда сбегаем, посмотрим, что у нас здесь есть.
Ёптвай, тут ты хера себе какое помещение здорово. О-о-о! Мышка! А как мне мышь-то ёбнуть, блядь? Еще одна. Запрыгивай сюда! Вот, кстати, вагон-то, блядь. Чё это такое? Что? А, предохранитель, блядь, найден. Один. А нам надо целых аж три, по-моему, да? Ну там лестницу вижу. Вижу еле-еле лестницу. Да, ну как? Как нам сделать? Что, блядь? Что за хуйня? Мышь ебет нам. Ну как нам сделать так, чтобы... Чтобы что? А может один пока поставить? Если мы, допустим, сейчас поставим один предохранитель... то может что-то заработает? Хоть какая-нибудь часть этого комп. Может свет, блядь, хотя бы включится? Я не вижу ни хера здесь просто. Может свет включится? Вон там коробка еще одна есть. Коробку надо как-то столкнуть. А что ты не хочешь предохранитель ты засовывать? А, о! Так он один, что ли, на все? Три кнопки? Ну-ка. А, эту херню мы убрали сейчас, да? Как я понимаю. Какой-то проход открыли. А, слушай-ка, нет, ничего подобного. То есть тут три предохранителя-то. Все правильно, я сначала подумал. Ой, блядь. Ну то, что там мыши внизу пищат, это хер бы с ними. Они нас не догонят. А вот коробку, то, что я тут вот передвинул, вот это печально. Наверное. Я сюда не допрыгну? Конечно, нет. Так, хватаем коробку и двигаем быстро-быстро-быстро, пока мыши нас не настигли. Вон она, смотри, сидит, смотрит нахуй. Я на нее, она на меня. Вот это да. Смотрит, блядь, вылупилась, блядь. Ничего, у нас здесь что за коридорчик открылся? Коридорчик, коридорчик. Но мы идем к коробке, к еще одной. А вот где ее сможем использовать? Вопрос. Ну-ка, спустись-ка. Ну да, 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 да. Бери коробку. Сталкиваю ее вниз, наверное. Сейчас мы сюда пройдем. Я, правда, не знаю, зачем. Коровы. Ну, наверное, нам надо сюда, что ли, допрыгнуть? Ты нет? Не падай. Не падать, главное. Ух ты. Не падай. Ларчонок. Блядский ты рот, нахуй. А чё, почему контрольная точка-то? Как печально. Так я самый смешной, отсюда коробку никуда не... Нет, смогу передвинуть. Но недалеко. Спокойствие, сейчас мы тогда залезем. А я... Нет, туда, наверное, я сразу не запрыгну. Наверное, все-таки сюда поначалу надо прыгать. Да хватит ты, блядь. Не падай. Там у нас чего есть? Там что-то, блядь, какой-то спуск, что ли, да? А, так, ёб твою мать. То есть надо два раза прыгать-то выходит. Ну ничего, ничего, сейчас получится. Сейчас все получится у нас. Как обычно. Что, блядь? А ты что, не зацепилась-то? Че ты, блядь, я не допрыгнул, что ли? Странно это все. Ну ладно. Очень странно. Но не падай. Здесь надо совершить двойной прыжок. Вот так вот, отлично. Я, правда, не знаю, зачем мы это делаем, но, наверное, надо, блядь. Ага, мы куда-то... А там он еще один предохранитель-то, блядь.
Да, зелененький. Зеленый предохранитель. Я могу зацепиться за что? За что-то. Что за хуйня? Ёпта, я аж напугался. А, там у меня есть зацепка. Блин, это будет тяжело. Я не люблю вот с этих вот канатов прыгать, твою мать. Ёпта, мать, допрыгнул. Нихера себе. Так, ладно, идем дальше. Давай, забирайся. Сюда. Сейчас мы перепрыгнем через забор. В жопы как крутит. Молодец. Через забор. Вот сюда мы сейчас еще зайдем. Тут, я так понимаю, открыто или не? А, нет. Тут у нас закрыто. Правда, что, блядь, в натуре закрыто? Ну ладно. Оружие бы где раздобыть? Без оружия-то хреновенько. Мышь-то там, наверное, пасет до сих пор. И смотрит, блядь, на нас. Где вот она? Вон она там пищит. Эй, хуй с тобой, пищи дальше. Сейчас мы засунем предохранитель, что-нибудь опять, наверное, сдвинется. То есть зелененький. Опа. Нажимаем. Главное, чтобы мышь сюда еще не забралась. Давай, нажимай, Ларка. Че это? Не знаю. А что это мы открыли такое? Самое интересное, а где? Мы это открыли, блядь. Где мы что-то передвинули? А! Мы ее передвинули еще дальше, что ли, выходит? Или как? Ну, наверное, как я понимаю, да? Или нет? А зачем? Мы передвинули эти трубы. Блять. Мы передвинули эти трубы. А для чего? Там контейнер закрытый. Здесь я... А, стоп. Нет, здесь я не допрыгну. Здесь у нас что? Здесь у нас... Ну, здесь мы были. Здесь-то мы были уже. Контрольная точка. Секунду. Очень странно, на самом деле. Для чего мы их передвинули? Вот в чем вопрос. Там же вроде бы ничего не открылось, ничего там не случилось. Но для чего-то же мы это сделали? Логично? Логично. Логично, блять. А зачем? Зачем мы это, блин? Ну, мышь еще тут сейчас будет мозги быть. А может быть? Стоп, нет, коробку я не передвину. Коробку я... А ты можешь вот на столб залезть? Нет, нет. Нет, действительно не могу. Странно, блядь. Очень странно. А может быть, тут есть какая-то зацепка? А какая тут, блядь, пизду зацепка может быть? Нет тут никакой зацепки. Ну-ка, момент. Мышь, нет, не попискивай, блядь, заебало. Странно, странно. Ну-ка, подожди-ка, а чё, блядь, а что... Что нужно здесь сделать? Может быть, нам надо на вот этот... Да нет. Погрузчик. Может быть, сбегать куда-нибудь туда теперь? Может быть, у нас заработает вагонетка сейчас?
Ну не, вагонетка, скорее всего, заработает после того, как мы какой-нибудь, ну, опять же, третий предохранитель поставим, и у нас появится ток на рельсах. Соответственно, заработает эта вагонетка. Но току-то у нас нету. У нас не ток и ток, у нас вообще ничего нету. Давай запрыгивай. А ты не хочешь запрыгивать, а почему? Ничего себе. А это что? Не знаю, не видно. Ну, плоховато, видать. Плоховато. А может при... Блин, я яркости не смогу прибавить немного. Камера, калибровка, яркость. Ну-ка нахуй. Вот так, 25 сделать, если, да? Ну-ка. Ну, слушай, уже нормально, уже вижу. Вам-то лучше видно. А мне-то нет. А если мы возьмем вот эту херню сюда и подтащим? Мы ее, интересно, докуда? Все, то есть мы до сюда ее никуда не дотащим. Это типа как-то, блядь, какой-то переход. Да хватит ты, блядь, меня кусать! Заебало, блядь, что тебе надо тогда? А что раньше свет не прибавил, интересно? Не знаю, блядь. Так. Теперь мы сможем. А подожди, а может быть мы сможем теперь что-то здесь сделать? Ну тут нет, только одна кнопка у нас сработала. Ты не будешь ее нажимать? Зачем? Для чего мы передвинули этот гребаный кран? То есть мы его передвинули. А вот если я это нажму еще? Нажимай. Подожди. Допустим, мы вот так сейчас сделаем. Ой. Я не знаю, что мы сделали, правда. Да что-то сделали. Так что-то мы сделали. Все правильно мы сделали. Вот. Нам, наверное, надо вот туда вот. Все правильно. Надо было маленько его выдвинуть. Ты запрыгнула? Блин, молодец какая. Запрыгнула. Вот в это очко мы заходим. Тут, кстати, давай сначала сюда пойдем. Где ты? Ага, это я здесь. Напротив этого вагончика. Подождите, тогда нам надо идти, может быть, сюда? Здесь лестница? Лестница. Здесь еще одна лестница. И где мы? Ёбаный рот. Мы не знаем, где мы. Да, прыгаем. Прыгаем сюда. Стой, я мог... Ну, естественно, Ларки надо повъебываться. А где я? Блять, там вон еще один предохранитель, прикиньте. Ну, я, наверное, смогу... Забраться наверх по-любому же. Блять, и здесь мыши. Да идите нахуй, заебете вы дохлую. Синий предохранитель. Вот. Последний предохранитель мы с вами собрали. А куда ты тут полезешь? Лезть она никуда не хочет. Значит, что-то здесь надо сделать. Да это заебет сейчас эта мышь нахуй. Нет, а может быть ее повернуть надо, вот эту штуку, не? Может быть, я зря спустился? Возможно, кстати. Хе-хе.
А что делать-то, блин? Я ничего сделать не могу, блядь. Да заебёт ты нахуй, за сколько можно меня жрать-то, блядь? И жрёт, и жрёт, жрёт, и жрёт. Да ты за это, блядь, пол ляжки отъел уже. Стой, она куда-то... Нет, это, наверное, я кинул куда-то. А как мышь нам пригандошить, блядь? Она где вот вообще? Где ты, тварь? Я сейчас крючком заебашу. Она за мной бежит, сука такая. Блядь, ты глянь, а? Ах ты, скотина. Сейчас заебать ее крюком и все, нахуй. Или раздавить как-нибудь. Вот тварь, а. Да что, сука, она... Что-то нажать, может, надо, нет? Вот это? Нет? Блядь, какая мышь настырная, а? Вон она сейчас что-нибудь от... заберется куда-нибудь к Ларке-то, блядь. А это что за такое? Нет, не запрыгиваешь, да? Не запрыгиваешь. У нас единственное место получается... А, погоди, может быть, на трубу надо? А, точно, блядь. Сейчас газ пройдет. Угу. Куда ты? Сука, она ебет даже. Ой. 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 О, вот, забрались. Ну ладно. Это что такое тут? Это трубы, блин. Это трубы, 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 трубы. Куда нам надо? Вот сюда, как я понимаю. Да. На крутилочку. А сюда ты уже не залезешь. Нам в вагон надо попасть. Да? Совершенно верно. О-о-о! Куда, блядь, вагон-то нахуй? Сейчас упадет. К хуям. Что? Как ты упала-то? Да как вы это? Я ж вроде бы успел. Вагон. Вагончик тронется, блядь. Так, давай сюда вот залезай. Теперь. Сейчас мы на вагон-то запрыгнем. На вагонеточку. На вагоне. Сколько времени-то, блядь? Ну что ж ты сделала-то, Ларка? Как ты не... Надо на другую сторону, значит, зацепляться. Давай, 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 некой. Все нормально. Все хорошо. А что такое? Я вот сюда не могу залезть никак? Опа. Не могу, по всей видимости. Ту, блядь! Твою мать! Это еще пизда тут, блядь, хвостатая прыгает. Сейчас мы вот на левую сторону запрыгнем. Ёпта мать. Как заебало это нах. Вот, сейчас мы запрыгнем сюда. Отлично. Куда ты, блядь? Ёпта мать, оно переворачивается еще. Так, тихо-тихо-тихо, нам надо... Почему, блядь, ты не зап... Мне вот на ту залупу надо залезть, блядь, твою мать. А почему? Почему я не залезаю-то? Давай, 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 прыгай. Сука, эта херня еще повернулась.
ко мне задом. Давай, запрыгивай. Во! Да ты тут нихера не просто ведь. Эти гребаные вагончики запрыгивай. Так, прыгаем. Во! Получилось! И что дальше? А дальше, наверное, на трубу надо. Ну-ка, оп. Сейчас газики тут пройдут. Оп, газики прошли. Оп, оп, оп. Пиздец, нахуй! А почему? И опять это говно, блядь, в другую сторону повернулось. А почему? Почему я не допрыгнул-то? Все ж правильно сделал. Не понимаю. Пока. Чит. Ладно, хоть аптечки, блядь, не спиздили у нас, да? Ну это ладно, это сюда-то мы сейчас запрыгнем. Блять, запрыгнули бы 20 раз уже. Да, тут у нас порог-то ебет, блядь, все-таки. Порог, порог, порог. Нам, наверное, надо назад. Да. Дайте пистолет, я пригандошу эту мышь гребаную. Куда тут идти-то? Тут идти-то некуда. Стойте, ну хотите сказать, нам надо куда прыгнуть-то? Здесь тупик, это 100%. Сверху сюда? Блять, точно. Я лечиться не буду. Нахуй это надо? Мы лучше сдохнем где-нибудь. А мы сейчас тогда вот сюда вот спрыгнем, прямо на вагоны какие-нибудь. А, блин, не спрыгнем и сюда. А вот сюда спрыгнем. Ёбаный рот. Маляцкий ты дух. Охуеть, это откуда же я начну? Смешно, блядь. Я еле-еле прошел это говно, блядь. Пропрыгал, блядь, точнее. Да куда? Сука ты! Да что ты, блядь, прыгаешь-то нахуй, а? Зачем? Это я, что ли, нажимаю второй раз прыжок-то? Может быть, кстати. Блядь, серию уже заканчивать пора. Я тут прыгаю, блядь, по каким-то трубам, блядь, гребаным. Давай, запрыгивай. Вот. Где эта херня? Вот. Поворачивается. Прыгаем. Отлично. Ничего отличного уже нету. Чего я туда? Зачем я туда херанул? Прыгнул, а? Кто-нибудь знает? Никто не знает. Давай, 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 запрыгивай. Сюда, все. Ну, пизденку подпалили. Вот. Назад, прыгнули. Ужас просто. Я уж, между прочим, падать начал, блядь. И только тогда уже прыжок нажал. Давай, залезай. Ну что ты делаешь? Что ты, лерка, лерка? Ну ладно, ладно, задницы подрыгал, я тебя все простил. Здесь у нас чего? Здесь у нас вагончик, да? Мышь, блядь, здесь у нас. Пошла нахуй. Мышь, прости. Ух, блядь. А, вон где я тут появился. Спокуха. Вон она смотрит, блядь. Хуль ты пялишься? Зверь. Зверь хвостатый.
Предохранитель. Ставим. Да, синенький. Есть. Нажимай. Что-то там сейчас... Пизды. Это так задумано было? Что? Че, блядь? Не понял. А, надо что-то сделать. Надо опустить. Погоди-ка, ну-ка нахуй. Ну, допустим, я сюда вот ее опустил. Дай куда-то опускай. Нет, не прокатило. Момент. Надо передвинуть, наверное, его. Нет, надо куда-то его, надо куда-то его передвинуть. А вот куда? Пока понять это трудно. Ну, допустим, вот так мы сейчас сделаем. Хотя у меня идеи-то есть, как бы. Во! Проломили мы потолок. Контейнером. Контрольная точка. И все, на сегодня закончим. Мы... с вами серию. Так уж затянули, блядь, как обычно, короче говоря. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.